В республике продлевается сезон охоты на дикого кабана. Охотиться на них можно будет вплоть до 17 февраля. Такое решение в Министерстве сельского хозяйства приняли из-за большого количества обращений жителей северных районов республики – Каменского, Рыбницкого и Дубосарского – о порче дикими кабанами сельхозугодий. По словам специалистов, такое происходит, когда популяция этих животных значительно увеличивается. Дополнительным сезоном охоты планируется урегулировать их численность. Дополнительная охота будет проводиться по 17 февраля текущего года. На настоящее время уже добыто 167 особей дикого кабана. Это хороший показатель по сравнению с прошлым сезоном охоты. В два раза увеличилось количество добычи. В прошлом году у нас порядка 65 особей было добыто. Кроме этого, Минсельхозом планируются мероприятия по регулированию нежелательных видов для сельских и охотничьих хозяйств – волков, лис, одичавших собак и кошек. Они зачастую становятся переносчиками вируса бешенства, отмечают специалисты.